Радий представити гостя нашої студії В'ячеслав Сімченко, директор Миколаївського тепловозоремонтного заводу. Доброго ранку вам. Ну і разом з тим ініціатор пікніку «Майський кот», який пройшов в Миколаєві цими вихідними. Я пропоную прямо зараз переглянути невеличке відео, яке зробили наші колеги з телевізійних новин Миколаївщини, а вже потім поговоримо про ваші враження. Минулорічний фестиваль був, так би мовити, пробою пера. Втім, свято видалось настільки вдалим та цікавим, що організатори прийняли рішення зробити бард-пікнік щорічним. Внесли певні корективи, і от в суботу, 27 травня, відомі пісні знову лунали у дитячому містечку Казка. В плані організації, звісно, теж будуть деякі відмінності по сравнению з минулим роком. Наприклад, це трохи додається антуража. Що таке бардовські пісні? Це пісні у костра. Это там жареное мясо, костер, печеная картошка. Костер не обещаю, но печеная картошка уже есть. И я думаю, она как раз добавит немножко настроения, настроит на, как тот камертон, на нужную волну. В'ячеслав Сімченко і сам не проти поспівати. Спеціально не готувався, але каже, якщо таки запросять на сцену, виконає популярну у всі часи пісню Юрія Візбора «Мілая моя, солнышко лісное». А от гість вчорашнього свята Сергій Бурковець на публіку співати не наважується, а от в тісному колі – залюбки. Так как вот исполнителей, которые сегодня здесь нет, конечно, но послушать и в душевной песне в хорошей компании – это, конечно, можно. Певні відмінності від минулорічного фестивалю є і в репертуарі. Цього разу відкрили пікнік дитячими піснями, продовжили відомими бардівськими шлягерами, а під завісу – авторські пісні. У виконанні гостя з Вінниці – Віктора Байрака. Кот на ноти піаністки украл наш кот у повара сосиски і потащив на вулицю сосиски і по одной раз. Цю жартівливу пісню Віктор Байрак присвятив численній малечі, яка відпочивала разом з дорослими. А в цілому, каже гість фестивалю, авторська пісня сьогодні, на жаль, не збирає повних залів. Так, як це було, наприклад, у 70-х-80-х роках. Ми для небольших залів, для своїх єдиномишленників, для людей, які люблять слово, літературу, поезію, собственно говоря, такое вот живое общение. Это эксклюзивные вещи. Заявки на участь у травневому коті подали близько десятка чоловік. Втім, їх виступів вистачило, аби фестиваль вийшов насиченим та цікавим. Ми цього року з Катериною намагалися подати заявку на участь у цьому фестивалі, але її навіть не розглядали. Не знаю чому, але ж репертуар ми підготували, тому все ж таки виконаємо. Що ми там з тобою підготували? Вдруг. Почекай. Так, давай. 3, 4. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Сколько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Як ти вважаєш, у нас вийшло? Ну, наступного року ми ще раз спробуємо, так? Просимо не судити суворо нашу з дівчиною Катериною спробу співати. Ми обіцяємо свої вміння до наступного року вдосконалити. Тому що фестивалю за рік точно бути. Адже Миколаєву дійсно не вистачає добрих веселих свят. Все, що знаходиться за 3-9 земель від політики, від економіки, від якихось тривожащих речей, все це потрібно багато, часто і на хорошому рівні. Здесь не первый год прихожу на данные. Во всяком случае, был в прошлом году и получил массу удовольствия от песен моей молодости и моего детства. Вот, и в этом году то же самое, с удовольствием слушаю выступления артистов, которые поют не под фанеру, а поют вживую, голосом под живую музыку. Город живет, и город хочет хороших дел, хороших праздников. И этот бардовский вечер, который сегодня организован, и для детей, и для молодежи, и для людей старшего поколения, говорит об этом. Більшість виконавців – члени Миколаївського клубу авторської пісні «Біла ворона». Вони і розважали миколаївців. А ще були смаколики та справжня печена картопля, аби наповно поринути у атмосферу свята.
Итак, бард-пикник был и теперь будет, как мы понимаем. Я так понимаю, что теперь будете инициировать ежегодно этот пикник? Ну, да, да, да. Думаю, что он будет у нас ежегодным, потому что вот в прошлом году, мне кажется, все-таки он удался, и очень много было таких хороших, добрых отзывов. Поэтому совершенно органично родилась идея сделать его, попробовать ежегодно. Ну, вот в этом году, мне кажется, он тоже удался. И как каждый удачный, он стимулирует к тому, чтобы продолжить это хорошее. Самое главное, что это определенный уже бренд для Николаева будет, потому что мартовский кот-то всем известен, а вот майский только в Николаеве есть. Так что, тем более, удачное название. Пик и ник, зашифрован Николаев. Я предлагаю сейчас посмотреть еще несколько фотографий, как люди наслаждались этим пикником, потому что все-таки картошка была, вкусности были, кроме песен была возможность еще и попробовать все то, что раздавали николаевцам. По поводу самих гостей из других городов, сложно ли было их организовать, или это была их инициатива? Знаете, это, в принципе, это было несложно, потому что барды — это, в принципе, такой народ, который очень легкий на подъем. А это люди, которые привыкшие ходить с рюкзаками в походы. Это то, что называется там последние романтики. И Виктор Байрак, он ну, в хороших дружеских отношениях с нашим николаевским, можно сказать, уже патриархом этого направления, с Александром Вербицким. Поэтому это, он сразу же откликнулся на это предложение, с удовольствием приехал. И открою маленькую такую тайну, потом после основного концерта, который проходил в «Сказке», потом был еще отдельный концерт, ну там может быть... То, что, скажем так, цензура бы не пропустила на большую сцену. Не все песни для детских ушей, может быть, но это то, что называется, можно назвать это вот народным фольклором, народной мудростью. И фактически нам это было больше 2 часов. Виктор давал этот концерт, который очень так хорошо тоже зарядил всех зрителей. И сам Виктор потом признавался, он говорит, я не ожидал, что будет такой прием. Он не ожидал, что его, во-первых, тут знают его песни. И изъявил большое желание уже продолжить сотрудничество, говорит, там, привести еще своих друзей. Ну, одним словом, я так понимаю, что в следующем году стоит сделать пикник «Мартовский кот 18+.» Точнее, майский кот 18+. А можно и мартовский сделать, и между прочим, то только с обозначением «не для детей». Там вот Виктор найдет себе аудиторию. Я вам, конечно, большое спасибо хочу сказать от всех горожан, потому что очень много было слов хвалебных организаторам, инициаторам в Фейсбуке, потому что всех зарядили позитивом, хорошими песнями и хорошим настроением. Этого не хватало николаевцам. Ну, да, тем более, я думаю, что... Опять же, такие авторы, как Виз, Баракуджава, Галич, Высоцкий, Ким, Митяев. Но это те песни, которые доходят до самых тонких глубин души. Это, в первую очередь, это поэзия. Это классная поэзия, которая просто лучше воспринимается в сопровождении музыки. Так что, друзья, собираемся на следующий, пикник. В следующем году будем надеяться, что он будет. Даже точнее уверен. Только на следующий год просим. Ждем Марию возьмите в концертную программу. Она очень хочет. Мария, она уже фактически дебютировала. Она вне конкурса. Будет выступать однозначно. Надо еще раз, что сьогодні говорили стосовно пікніка, який був цими вихідними в Миколаєві, і за Вячеславом Сімченком, директором Миколаївського теплозаремонтного заводу.